Ну, мы готовимся к первенству России, которое будет проходить в Уфе. То есть туда чисто прям конкретно готовимся, чтобы, надеюсь, выигрывать. Сегодня, например, силовая тренировка полностью. То есть мы выкладывались. Вот прошли отборы, недавно чуть-чуть поскоростили. Думаю, дальше, под конец сбора, мы уже будем контрольно бегать. На недавних отборочных соревнованиях тренерский штаб говорил, что никто подводиться не собирается, потому что был уже опыт, когда летом все выиграли, а зимой вообще потом никто не побежал. Это действительно есть такое, что лучше не надо так? Ну, да, тренеры рассказывали, но я еще тогда в команде не была, но знаю таких людей, да, они сами тоже так говорили. Ну, в этот раз мы вообще не готовились, то есть чисто пробежали, на что готовы, так и такой результат и показали. Ну, у нас, да, команда молодая, но есть и двое там девчонок, которые более взрослее, и мы за ними тянемся, как бы, молодежь. Вроде нормально все.